84 населенных пункта Чувашии испытывают проблемы с доступом в сеть интернет. В текущем году за счет федеральной программы устранения цифрового неравенства 2.0 проблема будет решена в третьей из них. По остальным населенным пунктам ведется поиск наиболее эффективных путей решения. О возможных вариантах речь шла сегодня на рабочей встрече главы Чувашии Олега Николаева с вице-президентом, директором макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» Иваном Зимой. Сроки завершения работ по устранению цифрового неравенства в регионе установлены, и при этом у провайдера цифровых услуг и сервисов уже есть реальные ресурсы для реализации этих планов. Задачу поставили, значит, в каждый населенный пункт довести интернет до конца следующего года, и мы эту задачу должны решить. 84 населенных пункта уже имеют нашу оптику, и основные затраты, которые обычно возникают, и основной барьер, он сейчас, в принципе, преодолен за счет как раз федеральных программ, поэтому, в принципе, дальше дело за малым. Когда интернет доступен, появляются новые возможности. На встрече также обсудили единую интерактивную платформу «Безопасный город». Она позволяет мониторить ситуацию и оперативно реагировать на ЧП и катастрофы и предугадывать, например, ход паводка.